Всем привет! Вы на канале Рандеву, и меня зовут Мария. Сегодня я буду вам показывать продукты от Натальи Шик и покажу вам вот этот макияж, который вы сейчас видите на мне. Быстрый макияж, экспресс-макияж. Такой макияж сделать очень-очень быстро, тем более с такими прекрасными продуктами. И в начале этого видео я хочу вам показать продукты, которые я буду использовать в макияже. Итак, это бестселлер марки «Скульптор для лица». Я думаю, что многие о нем знают, и, наверное, скорее всего, даже он у многих из вас есть. Вот такой прекрасный скульптор у меня в оттенке 01. Прекрасная кремовая текстура, очень легкая, наносится легко. Так получается макияж без макияжа. Можно его наслоить, если вы хотите сделать какой-то четкий контур а-ля Ким Кардашьян, что уже сейчас не очень модно. Но можно сделать вот такой легкий макияж, который сейчас у меня такой будет трендовый макияж. Этот скульптор подойдет даже тем, кто никогда им не пользовался, кто вообще очень далек от макияжа, потому что здесь очень легкие границы. Если вы возьмете кисточку потолще, то вы сможете нанести его так незаметно, что люди будут думать, что же изменилось с вашим лицом, но не будут понимать, что это контуринг. Я очень рекомендую его для этого. Следующий продукт, который я буду использовать, это румяна. Вот эти румяна. У меня оттенок 04. Вот такие они красивые. Упаковка для меня не менее важна, чем сам продукт. Поэтому я всегда обращаю внимание на упаковку и, если она мне нравится, хвалю ее. Еще один продукт, который вы сможете по желанию уже либо наносить, либо нет. В принципе, основные два продукта я вам уже показала, которыми создан этот макияж. Но мне захотелось добавить еще один продукт. Это матовая помада Milk Shake. Вот такой красивый холодный оттенок. Кстати, очень сложно найти красивые холодные оттенки. Вот у Натальи Шик есть такой. Он сейчас на губах. И нанесение будет вот этой красивейшей кистью. Я вам показываю упаковку. Посмотрите, даже упаковка какая красивая. И сама кисточка. Вот. Безумно хороша. Здесь натуральный ворс вместе с искусственным. Поэтому она очень-очень мягкая, очень приятная. И мне нравится, что она довольно большая. Потому что такой кистью за одно движение только можно нанести сразу тени. Эта кисть подходит для растушевки теней сухих. И подходит для нанесения влажным способом. Влажный способ как раз я вам сегодня и покажу, потому что буду наносить румяна и скульптор на век. Желаю вам приятного просмотра. Итак, начнем наш экспресс-макияж. Это нужно будет сделать очень быстро, и чтобы это было красиво. На губах у меня уже бальзам. На лице есть тональный крем. Я не планировала тональный крем показывать сегодня, потому что хочу в основном показать косметику бренда Шик. Как я уже сказала. Но скажу, что для того, чтобы сделать быстрый макияж, именно тон, я всегда использую кушон. Для меня это самый быстрый способ, потому что там есть уже губка. Вы можете использовать любой кушон. В принципе, у кушонов всегда самая минимальная разница, даже между дорогими и недорогими кушонами. Они все дают, почти все, кроме некоторых корейских, они дают влажность. То, что я очень люблю, очень ценю. Консилер у меня Tarte сегодня. Этим консилером тоже можно сделать быстрый макияж. Я всегда использую, как бы я ни спешила, я всегда использую отдельно консилер под глаза. Я нанесла сюда. Вот сейчас я хочу, смотрю, у меня здесь еще какое-то пятнышко. Смотрите, какой он у меня белый. Вы можете использовать любой консилер, именно чтобы он был посветлее. Для чего мы это делаем? Это, в принципе, техника антивозрастного макияжа. Быстро-быстро нанести вот в такие вот места, которые создают нам темноту, и высветлить. Под глазами он у меня уже есть, я не буду больше. И потом я использую Beauty Blender для того, чтобы все вместе смешать, посадить. Beauty Blender — это тоже очень быстрое нанесение. Вторым шагом это брови. Брови нужно тоже быстренько накрасить, поэтому я использую фломастер. Можно карандаш, разницы нет. Фломастер у меня Influence Beauty, это номер 3. Уберем чуть челочку, чтобы она не мешала. И очень-очень быстро прорисовываются волоски недостающие. Можно даже не использовать расческу, можно предварительно расчесать, я имею в виду щеточку для бровей именно. И гель тоже не потребуется.
так как у нас экспресс макияж, мы не будем ничего делать больше. Все, пририсовала недостающие волоски и брови в порядке. Теперь приступим к тому, что мне очень нравится. Это контур скульптор от Натали Шик. У меня номер 01. Мне кажется, это идеальный оттенок. Я вам сейчас его покажу. Во-первых, упаковка тоже очень нравится. Во-вторых, сам футляр скульптора. Вот такой вот лаконичный. И вот такой оттенок. Большая площадь. Здесь можно очень легко набрать и быстро-быстро сделать контур лица. Может быть, кто-то скажет, что это не особенно важно. Но вот сейчас, например, я замечаю, что все-таки в тренде не яркие глаза, не яркие губы, а именно акцент на кожу, именно акцент на то, чтобы придать правильную форму вашему лицу. Поэтому скульптор все-таки я рекомендую использовать, даже если вы торопитесь. Набираем. Буквально 2 касания достаточно для того, чтобы сделать правильный контур. Мое лицо и так довольно очерчено, но я люблю подправить его еще дополнительным контуром. Вот так растушую. У меня есть челка, поэтому мне не обязательно заходить вот на эту часть, на лоб. Но вдруг ветер, и если у вас все-таки не так мало времени, то можно перейти и сюда. С этой стороны чуть меньше у меня получилось, потому что я полупустой кистью наносила. Нанесу еще раз. Смотрите, у меня достаточно маленькая кисть. Можно взять любую другую побольше, тогда вы можете просто в один раз в одно касание сделать этот контур. Просто на самом деле я никуда не тороплюсь, поэтому я могу себе это позволить. Но вы имеете в виду, берете кисть побольше, например, вот такая у меня есть кисть, и можно прямо вот в одно касание сделать все то же самое, что я делаю в несколько движений. Все-таки у меня еще и цель показать продукты. Этот контур мне нравится еще и тем, что он идеально подходит для носа. Вы знаете, если немножко больше нанести, чем нужно, это будет не очень красивый вид, и в жизни это особенно заметно, что нос накрашен. Вот с этим цветом, именно с этим оттенком скульптора, такого не будет. Конечно, если вы не очень темная, то, наверное, нужно будет выбрать потемнее. Для меня вот он идеален. Я не сказать, что вы белая, а скорее всего средний тон у меня. Я обычно покупаю тональный крем 2-3. Могу, да. 2-3-4. Единичка это совершенно не моя. 2 тоже очень редко. В основном 3. И еще для чего нужен этот контур. Если у вас нечеткий овал лица, вы можете сделать вот так и сделать его очень четким. Потом вот здесь, чтобы убрать подбородок, тоже затемняем, потому что вы помните, да, все, что светлое приближает, темное отдаляет. Поэтому затемняя, мы убираем себе двойной подбородок. Все, и придали четкий контур нашему овалу. Еще один важный момент, когда вы сделаете это так, вот как я сейчас делаю, обязательно поднимите лицо и посмотрите, нет ли у вас здесь полосы, потому что это очень частое явление. Девочки забывают посмотреть, и такая полоса некрасивая получается на коже, на шее. Следующим этапом я буду наносить румяна. Давайте сегодня посмотрим, насколько универсальный это продукт румяна от Натали Шик. Я покажу вам упаковку, она мне тоже очень нравится, такая приятная, нежная, нюдовая роза. Единственное, что мне не очень нравится, это такое маленькое отверстие, я думаю, его надо как-то расширить. Тяжело немножко дается доступ. Ну вот, я совсем чуть-чуть взяла. И что я буду делать? Я беру также кисть прекраснейшую, очень красивую кисть. Посмотрите, какая она золото с янтарем. Безумно красивая кисточка, это номер 06. Такой эксклюзив. И вот этой кистью я буду наносить румяна. Я их просто, как вам показать, вот поближе покажу лучше. Я их просто нанесла на руку. И потом аккуратненько наношу вот сюда, на яблочки. И
также с этой стороны. Мне очень нравится сейчас техника, когда делают вот так. Немножечко на нос. Это, то есть, такое, знаете, сейчас это очень актуально, потому что сейчас уже у нас приближается лето. Именно первое касание солнца вашей кожи дает вот такой вот эффект. И вот вы как будто уже загорели. И вообще такое ощущение, что вы только что вернулись из отпуска, с отдыха. Какого-то очень легкого, хорошего отдыха, приятного. Обязательно не забудьте зайти на ту часть, которую мы корректировали скульптором, кистью. Почему? Чтобы не было полосок. Здесь у вас румяна пятном, здесь у вас корректор. Нет, это все нужно вместе, чтобы было. Можно даже пальчиком, можно даже, опять-таки, бьюти-блендером. Он нам может помогать спокойно в таком макияже. Вот так вот усадили. Теперь, так как я хочу показать вам все-таки универсальность этого продукта, я его нанесу еще и как тени. Эта кисть идеальна для нанесения теней, растушевки теней любых, просто вот два касания. Просто, опять-таки, я повторюсь, я никуда не тороплюсь, поэтому я делаю это медленно. Но если мы торопимся, то просто раз и два. Все. Вот чем хорошо тогда, когда мы наносим все в одном тоне. Смотрите, вот это движение, такое движение хорошо для скульптора. Но и сейчас оно нам подойдет. Только мы делаем его не отсюда, а от глаз. Вот так и вот так. Во-первых, мы все соединяем. Во-вторых, у нас такой единый образ. Нет никаких переходов. Все очень плавно и очень быстро. Повторим его и здесь. Я могу нанести еще и на губы. Это давайте нанесу, почему нет. Я не хочу использовать карандаш, хотя карандаш у меня есть от Натальи Шик. Оттенок у меня Монза. Вот я уже его показывала, он такой, как из 60-х. Девчонка такая в платье и в сапожках белых. Такая вот у меня ассоциация. Но сегодня мы его использовать не будем. Той же кистью можно нанести и на губы. У меня такой оттенок румян, у меня он довольно неяркий, номер 04. Вы можете купить совершенно другой, можете купить яркий, какой-нибудь, не знаю, малиновый, и у вас будет яркий макияж, но он будет такой же легкий в использовании, потому что растушевывается румяна великолепно. Можно нанести кистью, можно, конечно, нанести и пальцем. Все. И нам остается накрасить только ресницы, если вы это делаете. Я знаю, что многие не красят летом ресницы. Можно просто карандаш. Я, конечно, буду красить и обязательно вам покажу. Но вообще у меня не было идеи красить сегодня именно румяна на губы. Румяна, конечно, это универсальный продукт. Самый можно и контур сделать румяном, если он достаточно темный цвет. Но я хочу нанести все-таки на губы, даже можно поверх, вот эту помаду. Эта помада матовая, очень-очень красивая, номер 03, и называется она Milk Shake. Также без контура. Обязательно следите за тем, чтобы прокрашивать вот здесь, в серединке. Очень частое явление, когда красят только здесь, а внутри не прокрашивают губы. Я просто это очень часто замечаю, и это некрасиво. Обязательно приоткрывайте рот и прокрашивайте. Очень приятная эта помада, такая нежная, муссовая. И так легко наносится, просто два движения нужно для того, чтобы нанести эту помаду на губы. В принципе, и так уже можно идти, но я все-таки накрашу глаза, мне кажется, они немного лысоваты. Возьму темно-коричневый карандаш и прокрашу внутреннюю часть века. Сразу уже вид другой, и с этой стороны. И я хочу сделать чуть-чуть вот хвостик. Я все равно накрашу ресницы. Вы меня не ругайте за то, что это уже получается не экспресс, а довольно длительный макияж. Я говорю, можно остановиться уже на этом этапе, смотря сколько у кого времени. Кроме того, если набита рука, вы можете это сделать гораздо быстрее. Я использую всегда керлер
Я не знаю, почему я раньше как-то обходилась без них, вот сейчас не могу. Тушь у меня Перикон МД. Люблю эту тушь, она тоже коричневого цвета. И я прокрашу реснички. Только вот концы. Вот такой получился макияж. Все просто, очень легко и быстро. И используем минимум продуктов. Вообще, во всем этом макияже можно было использовать даже один продукт. Это вот этот бестселлер. Действительно бестселлер марки. Теперь я понимаю, почему. Этот скульптор. Можно сделать румяна. Правильно? Такие темные румяна сейчас очень актуальны. Можно использовать как тени. Я нанесла румяна как тени. А можно использовать и скульптор. Беру эту же кисть. Просто сейчас я вам показываю, потому что вы можете не делать то, что сделала я, минимум розового. И просто в складочку вот так кладем чуть-чуть этого оттенка. Посмотрите, какой совершенно другой уже, более очерченный взгляд. И с этой стороны. Все. Знаете, так хорошо совпало, что сейчас такое время, когда это и модно, и получается так красиво, и ты не тратишь много времени на макияж, при этом получаешь огромное удовольствие от нанесения этих продуктов, от нанесения, от текстур продукта. И теперь вот это движение, которое я показывала, оно становится более вот таким, вниз спускаем. То есть, если румяна, это отсюда и вот, прямо вот так повыше глазу, то скульптором мы, конечно, делаем более длинный такой полукруг и уходим вниз. Единственное, что скульптором не накрасишь губы. Для него, конечно, я все-таки рекомендовала бы использовать именно помаду. Два продукта получается в любом случае. Скульптор, помада, либо скульптор и румяна. Я с вами на этом прощаюсь. Подписывайтесь на канал Рандеву, на мой канал Мару Мару. Ссылка будет в описании под этим видео. Всем пока-пока и приятных покупок!